вообще не знаю, как все вот это произошло в этот момент. Я был пьяный, в нетрезвом состоянии. Потому что нормальный человек в состоянии ребенка не оставил бы там. Скажите, вы в тот день были в нетрезвом состоянии? Да, понедельник. Понедельник. Вы как прям с утра выпили? Да, там. На день раньше, в субботу, коллективно тогда. Пили там, пили пиво. В воскресенье ничего не пил, наверное, не подавлял. Потом понедельник пошел в магазин, разлил пиво, там их так далеко подают. И вот допивал там пиво, можно сказать. Он со мной рядом был. Зашли в это место, вот где произошло все вот это. И лежал там, я так сидел там, на траве, он так рядом ходил, кажется, туда-сюда и глаза. Потом смысл успокоиться, что туда идти, сюда идти, как будто, ну, чувствовал, что... Я взял книжку, показать? Ну да, да, конечно. Я говорю, успокойся, хватит, говорю, сейчас, говорю, пойдем туда, мы идти. Так получилось, ну там, вот, там что ли, вот, судовича, как вот нанес, вот. Блин, висок попал. Что так точно таким шарите? Вот. Да, вот таким. Блин. Он упал. Он сразу да, так упал, вот так лег. И я начал сейчас с ним возиться, там что-то говорил ему сыном, что. Был готов в том состоянии, то, что вот его вот. Скоро хотел увезти, я сел на автобус, оставил и уехал. Все, вот это видео, а когда вот увидел, когда уже пришел на работу, умылся, все, вот, когда начал отходить, когда потом показали видео, я просто в ужас пришел, я в обморок потерял сознание, потому что тогда он меня совесть замучил. Скажите, Мурат, вот все это время вы вот с этим жили, не было у вас, не возникало мысли прийти и рассказать все, как было? Я знаю, что давал ложные показания, то, что вот сколько времени спали, я это все осознаю. Пожалуйста, поймите меня. Извините меня, я сам, если не допомню, я готов поднести наказание. Я цивичный. Я же думаю об этом. Я готов понести наказание. Я понимаю, моему этому нету просчета действий. Я виноват перед Всевышним, перед государством. Я прошу прощения, пожалуйста, поймите меня, извините меня, пожалуйста, умоляю вас. Будьте сбедительным, поймите меня, пожалуйста, состояние мое такое, умоляю вас. Я прошу прощения от всего Казахстана. Вас прощения, сотрудников прошу, то, что вы там написали, понимаете? Всех казахстанцев готов на колени просить прощения. Прошу вас, пожалуйста, умоляю вас, простите меня.